вами Окси снова на связи. Сегодня вечер легендарного Константина Меладзе. Мы узнаем у наших звезд, в чем секрет его песен. Не переключайтесь, РУ-ТВ. Что делает песни Меладзе настолько проникновенными и в чем его секрет? Мне кажется, искренность. Искренность текстов, красивые мелодии, честность. Потому что если бы зритель почувствовал немножечко фальши, то, конечно же, долго бы это не могло продлиться. Мне кажется, искренность. Потому что на протяжении скольких лет мы слушаем замечательные песни Кости Меладзе. Я ему хочу пожелать только дальше нас радовать, здоровья, долгих лет жизни, творческой жизни. И мечтаю еще исполнить не одну его песню. Прошел уже. Он – это один из немногих людей, кто не продает душу дьяволу. Все, что он делает, это очень искренне. Его музыка абсолютно разная, начиная от баллад, заканчивая супер модными какими-то композициями для молодежи. Вот, поэтому это безумный талант от Бога, я считаю. Просто звезды так сложились, и все сложилось, что вот два брата, и вот все так хорошо у них, здорово складывается. Я желаю им всего самого наилучшего, чтобы они радовали нас еще очень долго. Мне кажется, наверное, секрет песен Константина в том, что никто не знает его секрет. Это песни, которые трогают глубины моей души, например. Я думаю, что души каждого, кто слышит. И пишется, я думаю, она от всего сердца, каждая песня Константина Меладзе. Нет никакого секрета, он просто очень талантливый человек. У него очень красивая музыка, у него хорошие стихи. Это просто приятно петь такие песни. Секрет Меладзе в том, что он пишет правду. Все его переживания – это настоящие жизненные факты, биографии. Единственное, чего не понимаем, о какой именно цыганке Сере Костик писал и почему она ушла, дорога манит ее. Но вообще все, о чем пишет Костя, это все имеет реальную основу. В этом его настоящесть. Народ это очень чувствует и очень любит. Но я вам хочу сказать, что нужно родиться гением, и он родился именно гением. Но он очень сильный мелодист. У него такая необычная мелодика. Наверное, она навеяна его национальными корнями, то, что что-то есть в нем такое грузинское. Ведь грузины как потрясающе умеют сочетать многоголосия, какие красивые гармонические переходы. Плюс Костя очень правильно относится к смыслу песни. Поэтому у него тексты очень серьезные. Порой даже вот на первый раз прослушивания иногда можно не уловить. А потом, когда ты несколько раз слушаешь произведение, ты понимаешь, что там заложено очень все так хо-хо-хо. Потому что это песни вне времени. Это песни честные. И как бы это сказать? Они про то, что есть. Они очень правдивые. Я знаю огромное количество песен Константина Меладзе. И сам еще с детства любил песни Валерия Меладзе. На рыбалку под них ездил. Потом появилась группа «Виагра». У меня жена в караоке постоянно поет песни «Виагры». Коронная фраза «Держи меня крепче». Вот. Ну и там все в куче уже дальше. Ну это, конечно, и... Как ее? Если вам уже немного за 30. Огромное количество афоризмов. Огромное количество интересных мелодий. Это да. Его поцеловал Господь Бог. Он невероятно талантливый человек, и дай ему Бог здоровья и вдохновения, чтобы он всегда слышал музыку. От этого он счастлив.
Но этот секрет, мне кажется, невозможно прочувствовать. И, мне кажется, даже Константин Лаза не знает этого секрета, потому что это потрясающий композитор. И я думаю, что это одно из чудес, которые существуют у нас. То, что дается свыше, и дар, который благодаря которому он приносит столько радости вообще и артистам, и просто всем, абсолютно аудитории огромной. И зачем, собственно говоря, об этом думать? Нужно просто получать удовольствие. Ну, это энергия, во-первых, да, которая берет слушателя и уносит с собой. Это очень большая душевность и взрослые тексты, очень взрослые. Я давно пою песни Кости, потому что я исполняла еще в мюзиклах его песни «Три зимы», «Не спугните жениха». Поэтому я давно Ну, я думаю, что это безумная любовь в жизни к женщинам. Секрет Константина Меладзе в его мелодизме и в том, как он может совмещать это с новой модной музыкой.